BKS574W1. 20 VMAX XR, знак регистрации, бесщеточный 7, 1/4 дюйма. Дисковая пила с технологией Power Detect Tool. Новая линейка инструментов Duo 20 VMAX XR с технологией Power Detect Tool помогает максимизировать производительность с помощью высокоемких батарей XR. Используя батарею 20 VMAX V7, циркулярная пила DKS574 будет выдавать до 54% больше мощности по сравнению с дисковой пилой DKS570 с батареей DKB205. Особенности. Power Detect – торговая марка на 54% больше мощности. Максимальная глубина реза 2,9/16 дюймов. Под углом 90 градусов. Максимальная глубина реза 2 дюйма. Под углом 45 градусов. Электрический тормоз останавливает лезвие после того, как спусковой крючок отпущен. Встроенный светодиод для повышения видимости и точности резки. Встроенный стропильный крюк для быстрого и легкого хранения. Технические характеристики. Тип батареи литий-ионный. Емкость скоса 0,57 градусов. Диаметр лезвия 7,1/4. Тип корпуса мягкий. Глубина реза при 45 градусов 2 дюйма. Глубина реза при 90 градусов 2,9/16 дюймов. Количество батареек в комплекте 1. Тип электроинструмента беспроводной. Система 20 VMAX. Вес инструмента 7,9 фунта. Включает в себя DKS574-7, 1/4 циркулярная пила, 1, DKB208 20 VMAX звездочка XR, знак регистрации литий-ионная батарея 8,0 H1, 2 171424, пильное полотно 1, ключ для замены лезвия 1, сумка для комплекта.